Очень интересно смотреть на эти кадры, снятые в период 2017-2020. Это была история моей борьбы за удержание веса, когда мне удалось снизить вес на 26 килограмм, и я работала над тем, чтобы не откатиться назад, чтобы не вернулись снова эти ненавистные килограммы, висящие у меня на боках. Я сейчас смотрю на эти кадры и ловлю себя на мысли, что это действительно была борьба. Не все было легко, не все было гладко. Были моменты, когда я в чем-то разочаровывалась. Были моменты сомнений в себе. Были такие дни, когда мне казалось, что я иду не тем путем, и что, возможно, я в чем-то ошибаюсь. Но шел год за годом, и в этой трудной борьбе я осталась победителем. Сейчас я спокойна за свое физическое тело. Я спокойна за то, что мой вес стабилен, что мой обмен веществ нормализовался. Я чувствую спокойный живот. Меня ничего не беспокоит в плане своего самочувствия, и энергии у меня просто море, и я готова выполнять тысячи поставленных задач. Но я смотрю на своих клиентов, которые приходят ко мне, чтобы повторить мой путь, и я понимаю, насколько сейчас они находятся в более выигрышном положении, чем когда-то находилась я. Дело в том, что в этот период в моем распоряжении не было, в общем-то, ничего, кроме волшебного метода очищения организма по системе Оганян и моих экспериментов с питанием. Это было все, что, ну, почти все, что помогало мне работать над строительством моего нового тела. А вот сейчас, когда я смотрю на своих клиентов, я понимаю, что им очень сильно повезло, потому что у них теперь есть дополнительные инструменты в этой нелегкой работе. И благодаря этим инструментам их путь становится намного проще, намного комфортнее, они намного быстрее достигают поставленных целей и видит потрясающие результаты. Говоря об этих чудесных, волшебных инструментах, которые помогают нам эффективно и безопасно стройнеть, снижать вес на столько килограмм, сколько мы поставили себе в наших личных мечтах и планах, я, конечно же, имею в виду в первую очередь эфирные масла, чистые эфирные масла терапевтического класса, которые нам предлагает компания. И второй шикарный инструмент для снижения веса – это чудесное изобретение природы – пчелиный подмор. Об этом я узнала не так давно, и именно то, что мы с мужем занимаемся своей пасекой с некоторых пор, позволило нам сделать это открытие, что пчелиный подмор – это не только, так сказать, природные отходы, но это просто уникальный природный материал, который содержит в своем составе потрясающе полезные для человека.
Держу в руках стакан этого чудесного напитка. Он пахнет просто волшебно, потому что эти чудесные смеси дотера, эти чудесные эфирные масла, они это запах самой природы. Здесь даже невозможно представить, что это что-то такое чуждое или искусственное, или навязанное человеку какими-то внешними силами. Это именно суть самой природы. Это запах природы, это вкус природы. И пить такое средство безумно приятно. Это действительно вкусное снижение веса. Это даже не борьба, это очень естественное проникновение природы в твою жизнь, которая приносит тебе еще такие потрясающие результаты в виде быстрого снижения веса. И когда я смотрю на их достижения, я даже немножко завидую, хотя, наверное, это не совсем уместно говорить, но я немножко им завидую в том плане, что им приходится прилагать чуть меньше усилий для достижения того же результата, чем это пришлось делать мне. Но, слава богу, время не стоит на месте, нужные инструменты находятся, и я безумно рада и за тех людей, которые еще придут на этот путь и тоже будут счастливы в обретении своего нового тела благодаря этим волшебным инструментам. Когда я читаю отзывы людей, отзывы женщин, которые много лет мучились и страдали от лишнего веса и просто не могли найти пути решения этой проблемы. И когда они мне пишут в своих отзывах, что произошло нечто волшебное, и что они наконец-то взлетели, и они как будто бы у них выросли крылья за спиной. Они почувствовали снова свое легкое тело, которое когда-то давно потеряли. Когда я читаю эти отзывы, у меня, честно, просто слезы на глазах и такие мурашки по коже от того, что я просто радуюсь. Я радуюсь этим результатам этих женщин. Мне безумно приятно, что я тоже в какой-то степени приложила к этому руку.